Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 8000 можно изменить тайм-аут экрана. Или же автовыключение экрана, если так будет более понятно. Можем это сделать, зайдя в настройки. Далее заходим в персонализация, дисплей. Нажимаем тайм-аут экрана и здесь выбираем то, что мы хотим выбрать, и нажимаем на клавишу ОК. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!